Министр обороны Турции Хулуси Акар объявила об окончании антитеррористической операции «Коготь Орла-2» на севере Ирака. В военных действиях участвовали более 40 военных самолетов, беспилотные летательные аппараты и другая техника. Боевые действия охватили территорию размером 75 на 25 километров. В ходе военной кампании были нейтрализованы 53 террориста, из них трое – высокопоставленные руководители экстремистской группировки. Кроме того, по информации Министерства обороны Турции, уничтожено более 50 объектов террористов, включая склады боеприпасов, пещеры и базы. В сухопутной операции погибли трое военнослужащих вооруженных сил Турции. Еще трое получили ранения. В одной из пещер, зачищенных турецкой армией, найдены тела 13 турецких граждан, похищенных членами рабочей партии Курдистана несколько лет назад. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайпу Эрдогану письмо с соболезнованиями по поводу гибели граждан.